Добрый день, дорогие друзья, уважаемые соотечественники. Я к вам обращаюсь по решению нашей правления, как руководитель региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области. Как вы знаете, у нас недавно изменился руководитель пресс-службы. Руководителем пресс-службы является сейчас небезызвестный Рафик Алиев. Рафик Алиев – профессиональный журналист, член Союза журналистов России. Мы думаем, что с появлением господина Алиева работа нашей в средствах массовой информации еще лучше, работа улучшится. У нас появился еще YouTube-канал. Называется РНКАМО, то есть региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области. Я обращаюсь к нашим местным организациям Московского региона. Все ваши мероприятия, которые вы делаете, встречи, конкурсы, фестивали, мы готовы показать на нашем канале. Это ваш канал, это наш общий канал. Мы хотим, чтобы об этом канале знали о нашей деятельности, о деятельности наших местных организаций и региональных организаций, знали побольше людей. Я в то же время обращаюсь к нашим коллегам из регионов Российской Федерации. Мы готовы на безвозмездной основе освещать все ваши мероприятия. Уже некоторые товарищи, коллеги, друзья отправили свои материалы. Потихоньку появляются материалы из, допустим, вот недавно появился материал из города Дербента и Красноярска. В прошедший месяц у нас состоялись встречи в нашем офисе с историком профессором Олегом Юрьевичем Кузнецовым, доктором технических наук профессором Асимом Мустафаевичем Касимовым и армянским исследователем истории Филиппом Эказянцем. Еще запомнилась встреча с молодежью. Мы считаем, что была очень полезная такая встреча. И эти встречи с молодежью будут продолжаться. Это будет носить регулярный характер. Дорогие друзья, на последней декаде у нас намечается проведение очередной нашей конференции. Поэтому я анонсирую и хочу сказать, что там будут организационные вопросы. Помимо этого, очень много вопросов задают наши не только представители Московского региона и других регионов Российской Федерации, а наших отношениях с Азеросом. И мы там сделаем заявление, то, что касается наших отношений с федеральным нашим организацией Азеросом. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в Москве и в Московском регионе, и не только в России, во всем мире, призываю всех соотечественников соблюдать меры предосторожности, беречь себя, сидеть дома в эти дни, вы знаете, до 8 числа нерабочие дни, но никакие культурно-массовые мероприятия не проводятся, все торговые центры закрыты, поэтому берегите себя, воспринимайте это всерьез, берегите себя и своих близких. Приближается годовщина победы Азербайджанской республики на Второй Карабахской войне. Безусловно, это один из самых ярких страниц в истории нашего народа. Но мы помним горький опыт предыдущих годов, июльских событий 2020 года. Потом, когда началась война, тоже стычки были. 7 молодых людей еще находятся под стражей. Поэтому обращаюсь ко всем, особенно молодежи. Не надо сделать провокационные выходки, не надо выходить на улицу. Пожалуйста, поймите правильно. Мы, конечно, понимаем, что это надо это отмечать, но мы должны соблюдать законодательство Российской Федерации. Мы живем в России, значит, мы должны жить по законам России, уважать российские законы. Мы сейчас работаем над проектом присвоения имени улицам Новой Москвы Муслима Магомаева и Фармана Салманова.
Для этого уже провели одно мероприятие и намечается их несколько. Но из-за локдауна одну, которая была назначена на 28 октября, отменили. Но работа эта продолжается. Мы в тесном контакте работаем с администрацией Новомосковской. Поэтому все соотечественники наши, которые проживают в Москве и области, дополнительно будут проинформированы об этих проектах. Я хотел бы еще раз пригласить всех наших друзей подписываться на наш канал, потому что это будем считать, что наш общий канал. Мы будем освещать все деятельности не только подмосковных организаций, но и всей России. Спасибо, благодарю за внимание.